Девочки, всем привет, с вами я, Ася, и это видео снимаю я на телефон. Извините, что камера трясется, что у меня трясется рука, я уже очень устала. Хотя сейчас всего 7 вечера, без 10-7. Я пришла только что с торгового центра галерея, я ходила на шопинг. Давайте я вам покажу, что я купила. И первое, что я купила, это за 500 рублей в H&M пальто на рост 70. Вот такое пальто. Вот. Ничего подробного, стоило оно так 2000, я купила, сказала, за 500. Дальше в Бершке, которую я очень люблю, я купила вот такую кофту. Мне она очень-очень понравилась. Вот такая классная кофта, Битлджус, дальше не буду, сами знаете, почему посмотрел фильм. Вот, размер S-ка стоила 500. Дальше я купила в Калиопе вот такую юбку всего за 99 рублей. Так она стоила. Вон 1000. Не буду смотреть, так как мы не сильно медленно. Вот, в школу уходить. Она как бы на талии, и получается мне чуть-чуть повыше колена. Дальше я зашла в H&M. Опять-таки, только уже в другой Токмане. И там я купила, решила попробовать косметику H&M. И купила вот такие румяна Make Me Blush, Blushes, нарумяни меня, мне эта фраза так нравится, нарумяни меня, покрась меня румянами. Короче, вообще, фраза, конечно, давай вот в таком вот оттеночке фокусируйся. Вот, Pink Dehle, Dehle, 14 там, короче. Вот здесь все написано. Купила я их за 199 рублей. Сделаны они в Германии. Ну, короче, вот, румяна. Дальше, в прошлый раз, когда я была в галерее, я в аксессуаре увидела, знаете, такие заглушечки для в телефонах для дырок от наушников. USB или как она? Я не знаю, как это называется, короче. И мне она понравилась, но там была акция только 30%, я подумала, да ну, сейчас я ее купила на 50%, зашла уже, когда оставались там деньги. 50%. И обошлась она мне 150 рублей. Airphone Jack Accessory. Вот. 300 рублей. Получается так. Вот. И дальше мне тетенька прямо на кассе говорит, что у нас акция этого по цене одного, и я сразу побежала что-нибудь взять, там очередь, поэтому выбирать надо быстро. Везде панели для айфонов, либо просто брелки, и тут я вижу его. Брелок, у меня как бы нет разъема под брелки, брелок вот с такой штукой. Я его взяла сразу, пришлось, правда, заплатить 15 рублей, но это не страшно. Phone Plug Screen Cleaner. Вот такой вот. Ну ладно, все, всем пока, с вами была Ася, подписывайтесь на мой канал, ставьте мне пальчики вверх, пишите мне положительные комментарии внизу, оставляйте свои видео ответы, всем пока.